Снег с вкраплениями песка выпал в Саратовской области. Жители региона могли наблюдать необычные природные явления в виде зимних осадков с желтым оттенком. Необычную расцветку снега, по словам метеорологов, обеспечил песок из Северной Африки. Воздушная масса прошла через Средиземное и Черное моря, насытилась влагой и песком, который в итоге с осадками оказался на саратовских улицах. Сотрудники гидрометцентра уверяют, никакой опасности для жителей такой необычный снег не несет. Ничего сверхъестественного, необычного. Ну, это довольно явление природное, довольно-таки редко встречается, но тем не менее оно бывало неоднократно, в том числе и на территории нашей области. Вот. Так что прежде всего ничего опасного, токсичного, неблагоприятного для жизни и здоровья наших людей в этом нет. Но, несмотря на утверждения метеорологов, многие люди не уверены в том, что желтый снег такой уж безвредный. Жители Саратова строят свои предположения о причинах его появления. И многие сходятся во мнении, что цвет осадка могли придать какие-либо химические вещества. Выброс какие-то. Больше нет никаких соображений по этому поводу. Это вред для здоровья? Конечно. У нас экология загрязнена. В связи с этим, я думаю, и здоровье у людей уже не то. Между тем, необычный по цвету снег проверит региональный Роспотребнадзор. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Соответствие осадков нормам проведут в Центре лабораторного анализа и технических измерений. Информация о результатах проверки появится на сайте ведомства позднее.